И всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И с вами я, Грамгильда. И это новая серия сериала Грамгильда и ее тайный поклонник. Надеюсь, вам понравится эта серия. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, если вы не подписаны, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Ну и погнали! Ребята, я почитала ваши комментарии и все же подумала довериться Смертоходу. Как говорится, дадим ему один шанс. Но при первой его, так скажем, неудаче, мы сразу же его атакуем, потому что у меня есть шикарный план. И сейчас вы узнаете, какой. Смертоход, иди сюда. Да, Грамгильда, самый красивый дракон в мире. Так, хватит лезть, это во-первых. И да, я согласна с тобой полететь, но я хочу немножко изменить условия. Совсем немножко. Ну и как ты хочешь изменить условия? Я как бы согласен на любую... короче, на любую твою, как бы, так скажем, идею. О. Так. Во-первых, перестань крутиться и уже, наконец-то, давай спустись на землю с небес. Да. Так, давай лучше не я с тобой полечу, а ты со мной полетишь. Ну, ладно, хорошо, я согласен. Все сделаю, как ты хочешь. Ты ведь самая, как бы, моя любимая. Ну, хорошо, давай, полетели. У меня есть шикарное место. Лети за мной. Господи, да что ж такое? Глупый змеевик. Какая она... Кажется, она догадывается. После этого надо будет прилететь к хозяину. Может быть, у него будет план. Так, как-то бы мне ее моим жалом уже, так скажем, не проткнуть, а ее контролировать моим ядом. Надо, так скажем, самый подходящий момент это сделать. Ладно, полетел за ней. Ты там где? Лечу. Лети за мной. Оп. Давай, приземляйся, иди сюда. Ой, аккуратно, ничего бы тут не снести. Да, а то смотри, если что-то снесешь, я тебя прибью. О, хорошо, 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 да, как хочешь ты. Что это за место? Ну, это самое романтическое место, так скажем, в нашей местности. Ясно. Хорошо, хорошо. А может, уже прилетишь со мной, как бы, время. А что тебе так важно время? Ты же уже, как бы, я думаю, за время не следишь, так как ты уже живешь один, без своего хозяина. Да, ты просто понимаешь... Поздно, как бы, спать хочется, а время 4 часа, ну, готовиться к ужину надо. О, тут неподалеку есть место, где можно поохотиться, и ты можешь там поужинать заодно. Полетели со мной? Ты летишь со мной? Наверное, нет, я лучше... поужинаю у себя, отужинаю, как говорится, у себя дома. Ну, если ты не хочешь со мной лететь, то ладно. Хорошо, ладно, нет, стой, я с тобой лечу. Хорошо, тогда лети за мной. Уже лечу. О, моя любимая еда. Ням-ням-ням-ням-ням, мясное сердечко. Обожаю его. Ай, пойду-ка его поем. Ням-ням-ням, мое любимое сердечко. Все, приземлилась. О, смотри-ка, привет. О, привет, Грамгильда, как дела? Все хорошо. Блин, она сейчас не так вот увидит, это плохо. Смотри-ка, а тебя там... Крёклык звал, там что-то у них с Беззубиком, там, короче, какие дела. Ой, правда, хорошо, я тогда полетела, спасибо, что сказала. Да, пожалуйста.
Приземлился. А, кто это была? Моя знакомая, моя подружка. А, так ты дружишь не только со своим видом, что? Какая глупость. Это не глупость, они мои самые лучшие друзья детства. Беззубик, дневная фурия, они мои друзья. Твои друзья, ты же помнишь, что я тебе говорю, друзья так не поступают. Они все равно мои, наверное, друзья. Астрид точно моя подружка. Ну и где твоя подружка? А... С кем она сейчас? Ну, с Викингом, Дневной Фурией, Беззубиком. Ну вот, а друзья разве бросают друзей? Так скажем, в беде. Что? Бросают ли они друзей в обиде? Ну, наверное, в обиде не бросают. А, ну, понятно, то есть взять с собой, я имела в виду, подружку им свою не захотелось. Но я, как поняла, я им буду там просто лишняя. Ой, я бы так не считала. Кстати, ты же есть хотела? Это ты хотел. А, я там нашел кое-что. Можешь подождать меня тут, я сейчас. Ой, да конечно, тебе доверишь, еще улетишь, не знаю, к своему хозяину. Ой, нет, конечно, нет, подожди, я сейчас. Ой, не су... Вот два мясных. Вот сердечко. Вот, какой хочешь. А я, которая посветлее, вот она моё. Сейчас я его в рот возьму. Ай, не лезет в рот мне. Сейчас. Нём. 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 А это твоё сердечко. Давай помогу. Спасибо, но... О, да, смешно. Господи, она такая ужасная, как я думала. Она, наоборот, даже позитивная и веселая. Ладно, давай есть. Все. Ты не съел? Сейчас, да, хочешь съесть мою? Да не, я наелась. Давай, ешь уже. Все, вкусно было. Да, вкусно. Ты правда прав. Нам надо полететь поспать. Так куда ты говорил, нам надо полететь? Ну, ты меня звал. Я тебя звал. Я тебя звал. А знаешь, давай останемся тут. Там, куда я тебя зову, там вообще неинтересное на самом деле место. О, правда? А я думала, там очень интересно. Ну, раз уж ты говоришь, что там не очень интересно, то тогда полетели ко мне, у меня есть шикарное место, где можно отдохнуть. О, полетели. Полетели. Уху! Круто полетали. Мне никогда не было так здорово. Ну, кроме того раза, когда я однажды выпросила у Гриммеля кусочек вкусной курочки. Выпросил кусочек, он тебя что, нормальной едой не кормит? А, ты попросил Гриммеля хоть что-то. Он ужасный человек. Но хорошо, что ты больше на него не работаешь. И ты стал добрым драконом. Да, да, я стал добрым, да, больше не работаю, да. Все хорошо, да. Знаешь, мне, скорее всего, пора домой в пещеру, а то у меня там просто... знакомые, так еще и дела, понимаешь? Мне, как бы, прости, но мне надо уйти. Понимаешь? Хорошо, да, до завтра. А, да, до завтра. И, кстати... Пока. Ух,
А это был самый лучший момент в моей жизни. Да, не понимает Гриммель, что это такое. Ладно, полечу к нему. Ты глупая, глупое животное, глупый дракон, глупое создание. Где ты там шлялся и что ты там делал? Тебя не было несколько часов, хотя я планировал, чтобы ты привел этого злобного змейка через час. Где она? Треплется мрачный замок мой. Ты глупое создание. Тебе повезло, что я тебя не убил. В следующий раз я тебя убью, понял? Я часто вижу страх, смотрящих на меня глаза. Шляйся, а то я тебя убью. Кстати, да что ты делаешь, глупое создание? Так, у меня есть, кстати, прикольный план. Слушай его. Завтра утром, когда они все будут миленько спать, мы с тобой прилетим и заберем этого злобного змеевика. А дальше ты сам знаешь, что делать. Ты убьешь ее, но... Это как бы я думал сначала, что ты ее убьешь, но потом. Помнишь, я тебе рассказал план, что я хочу, так скажем, ее починить? И я тут посчитал, подумал, что план с убийством отменяется. Фу. Но есть другой план. Мы сделаем так. Мы будем использовать все же да в виде приманки, а потом в конце я тебе так, чтобы дам тебе убить и сожрать. И я бы хотел посмотреть, как ты ее убиваешь. Да, я думаю, тебе это понравилось. Да, хороший дракон, хватит! Хватит, глупая рептилия! Если вам понравилась эта серия, то подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока! Пока-пока!